Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Ян Тропьян, и сегодня мы снимаем новую часть «Выполни задание и получи новый Rocket Pass». Сегодня участник MetaQ, у него уже была возможность, и он забрал новый Rocket Pass. Посмотрим, сможет ли он нас удивить во второй раз. Поехали. Алло, привет. Привет, привет. Привет, ну что, пойдем посмотрим задание первое. Давай. Задание я поменял, множество добавил новых интересных. Посмотрим. У тебя уже... Ты уже забрал для себя новый Rocket Pass? Опа, двойной ресет надо забить. Ну, такое среднее задание. Мне кажется, для тебя это легкое, так как ты уже выполнял предыдущее задание и забрал новый Rocket Pass. Ну, там они полегче чуть были. Возможно. Ищи максимальное количество попыток, да? Тебе сегодня ну, везет, мне кажется, опять. Тебе надо забить двойной ресет. Полетели? Да, погнали. Посмотрим, выполнишь, нет. Но я более чем уверен, что у тебя получится выполнить. Для тебя это будет, скорее всего, легко. Первое задание, двойной ресет. 10 попыток. И... Полетели. Первый. Второй. О. Если я не ошибаюсь, в прошлый ролик, где ты, у тебя получилось выполнить задание, по-моему, также начинали с двойного ресета. Не, вроде AirDribble был. AirDribble, думаешь? Да, и потом мастик. Не, ну, могу получше попробовать. Смотри, можешь попробовать. Но в любом случае, ты уже забил двойной ресет, у тебя получилось. Первый. Тройной уже даже, нифига себе. У тебя какой ранг? А сейчас чемпион 2. Чемпион 2, да. Ну, по фристайлу очень неплохо. С этими у тебя. Для тебя вообще очень все легко дается. Ты сделал с первого раза двойной ресет, потом сделал тройной, практически забыл. Сейчас двойной плюс с мастер. Ну, молодец, молодец. Ладно, полетели, посмотрим. Да, давай, второе задание. Конечно, я удивлен. Я надеюсь, второе задание будет чуть посложнее и еще более интересным. Надо, надо. Надо. Второе задание у нас выпадает. Пога дабл тач. Ну... Вот такое. Я не удивлюсь, если ты сделаешь это с первой попытки. Просто не удивлюсь. Ну не, пога вообще тяжело дается. 7 попыток. 7. Ну там главное правильно подлететь, да? Вот пога. Пога дабл тач надо выполнить. У тебя есть 7 попыток. Так. Полетели. Ты на клавиатуре, да? Нет, на геймпаде. А, не повезло. Блин, ну... Первая попытка была очень мощной. Прям супер-супер мощная. А тебе лучше брать ресетом пога или силингом? Не знаю, я вот пытаюсь понять. Наверное, силинг получше будет. Это третья попытка. Ой-ой-ой, почти. Чуть-чуть не хватило. Тебе как будто вот после пога надо подлететь. Да-да-да, флик, ну, ударять об стенку, и тогда уже пробовать забивать. Это уже четвертая попытка сейчас пойдет. Да-да. Ну, шансы очень хорошие. Вот пога тяжело что-то.
Как ты на это был тач? Угу. Ну, посложнее, да. Задание. Ну, сложновато тут. Надо подобрать пога, чтобы у тебя... Чтобы у тебя мячик да, был да. прям рядом со стеной. Ну, практически. И в сторону стены смотрел. А он потихоньку-потихоньку катится в сторону ворот. Шестая да. попытка. Тяжело. И седьмая попытка пошла. Сейчас, да, потому что дети не знают. Ой, почти, почти. Повезло. Давай еще одну попыточку тебе дам. Последняя? Да. Ну, пога у тебя получается вообще очень хорошо. Пога, да, но это понять сейчас как мячик, чтобы... У меня получалось сделать пога даблтач, но это очень рандомно вышло. То есть это не было запланировано как-то. Ой-ой, подожди, можно еще раз? Давай, давай. Да, давай. Сейчас, подожди, у меня геймпад. Ждем. Не, ну шансы хорошие. О, нет. А, ну короче, тяжело. Тяжело. Ну, да. Получается, ты забираешь сапку на 3 месяца. Угу. Спасибо. Можешь скинуть свой... Твич никнейм, и я тебе, так сказать, куплю сабочку, подарю. Угу. Спасибо большое за участие, дальше участвую в рубрике. А, тебе спасибо. Все, давай. Позвал. Ну что, вот мы и посмотрели на участие MidTokU. У него получилось выполнить одно задание, это забить двойной ресет. Пога Double Touch оказалось чуть-чуть сложным, но это, опять же, рандом. У меня получалось это несколько раз, но это было вообще даже не запланировано забить. Он получает сабочку на Twitch на 3 месяца. Мы его поздравляем. Не забывайте, что в моем телеграм-канале проходит очень часто розыгрыш. На Твиче я стримлю практически каждый день. Переходите, подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр. Удачи!